Юристы Казанского университета решили помочь детям из хосписа. О том, как, смотрите далее. В преддверии Нового года юридический факультет Казанского университета запустил благотворительную выставку. На ней представлены работы детей, находящихся в хосписе, и их фотографии. В рамках выставки открыт сбор новогодних подарков. Собранные с пожертвований подарки будут направлены в хоспис имени Анжелы Вавиловой. Юрфак не мог остаться в стороне от тех благотворительных мероприятий, которые традиционно проходят на факультете. Ребята предложили организовать конкурс рисунка детей, которые проживают в хосписе, и сделать это, совместить это с той благотворительностью, которая предполагает покупку новогодних подарков как раз вот этим детям. Помочь детям может любой желающий студент и преподаватель Казанского университета. Для этого нужно обратиться на юридический факультет и подарить подарок маленьким пациентам хосписа. За 3 дня работы выставки уже собрано более 20 000 рублей. Лев Диденко, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс.